Все женщины рождаются ангелами. Все без исключения. Мужики, ну похлопайте! Не мне, а женщинам! Вот вспомните женщину в первый год ее жизни. На руки взял легкая, кожа бархатная, пяточки розовые. Увидела у тебя на рубашке чужую губную помаду. Агу-агу и спать. Норковая шуба ей до лампочки. Всем телом рада памперсу. Погремушку подарил счастье. К чужому на руки не идет принципиально. Вы мне скажите, куда это все девается через 30 лет? Когда-то чудный Зиновий Высоковский подарил мне вот такую историю коротюсенькую. Папа, почему у евреев национальность считают по матери? Моня, потому что только мама точно знает, кто отец ребенка. Женщины, они вообще много чего знают точно и умело это используют. Вот знаменитая женская фраза в 3 часа ночи. «Коля, ты лучше всех». Как этого Колю начинает колбасить? Как ему рвет крышу? И только один мужик из миллиона не потеряет головы и спросит: «Дуся, а сколько было этих всех, которых я лучше?» Только женщина все равно выкрутится, потому что мозг у нее устроен так, как будто он вообще никак не устроен. Просчитать поведение женщины невозможно. Одна рога наставит, попадется, извинится, все. Все, как бабка отшептала. Больше не попадается. Другая наставит, попадется, извинится, все. Все продолжается в том же духе. Наставила, попалась, извинилась, наставила, попалась, извинилась. Иногда так замотается, что извиняется еще до того, как наставила. Мозг у женщины хоть и меньше, но значительно изощреннее. У меня один знакомый ходит, всем соседям рассказывает: «Мужики, во вторник уезжаю в командировку на 3 дня. 3 дня, буду в пятницу вечером, во вторник, 10 утра». Я его жене говорю: «Что, он с ума сошел?» Она говорит: «Не гавкай, все правильно. Я сама всех предупредить не успеваю». А вот от счастья мужчины и женщины глупеют одинаково. На пороге ЗАГСа одна невеста говорит жениху: «Вась, ты знаешь, хочу тебе вот накануне признаться во всех своих романах». Он: «Что, сдурела? Ты ж в полупрошлый понедельник мне призналась, я тебе все простил». Говорит: «Вася, не сбивай, это последняя информация». Я вам хочу сказать так. Часто задают вопрос: вот женщина, кто первый из женщин на этой земле был счастлив? Ева. Потому что когда она пришла к Адаму, вся из себя, массаж, Шанель, Герлен, она сначала расстроилась страшно, потому что Адам был страшненькой. А чего вы хотели? Первый блин. Но Адам был первым, кто взял ее на руки. А это для женщины и есть счастье.